Уважаемый суд, еще хотел добавить, согласно 19 статье Уголовно-процессуального кодекса, нам не предоставлены и не сами материалы, в смысле постановления, и ни одного доказательства, и даже ни одного факта не приведено. Я прошу это учесть, что полное беззаконие идет, абсолютно беззаконие. Немедленно прекращать уголовные дела, если нет основания для того, чтобы нас здесь содержать. Гёте говорил, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день готов идти за них на бой. Возвращайтесь на родину, внутренние мигранты. Расставайтесь с безразличием и страхом. Наша страна застряла на спирали истории. Нам надо ей помочь. Только вместе мы сила.